Акция «Не прожигай свою жизнь» — это большой проект, который проходит в стране ежегодно. Через различные встречи, праздничные кампании, конкурсы спасатели стараются обратить внимание жителей Бреста и региона на проблему курения и алкоголизма. Она действительно актуальна. За 9 месяцев текущего года в области произошло более 700 пожаров, 77% из которых по вине халатных курильщиков. Акция у нас проводилась 4 этапа. В рамках этапов мы проводили мероприятия в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения и также в торговых центрах нашего города. Работа в рамках акции была разделена на несколько этапов в зависимости от целевой аудитории. Финальный, традиционно яркий, красочный, объединяет всех на базе крупных торговых объектов. Здесь собираются все те, кто своей работой вносит определенный вклад в формирование культуры правильного поведения и отношения к проблеме. В нашем государственном учреждении образования «Ясли сад номер 82» уделяется огромная задача, или можно сказать первостепенная задача, основам безопасности жизнедеятельности наших воспитанников. Для этого мы в первую очередь создаем среду, в которой бы дети обогащали свои представления о основах безопасности, о правилах поведения в быту, на дороге, при возникновении каких-то очень опасных ситуаций. Так, через игровую форму спасатели стараются донести до жителей областного центра, почему так важно следить за собственной пожарной безопасностью. Инициатива стала ярким праздником и подарила участникам мероприятия большое количество эмоций и знаний. В рамках акции прошли многочисленные викторины и обучающие показательные выступления с использованием техники и амуниции.